Во дворе дома 16 по улице Пролетарской в столице быстро придумали, как использовать огромное количество снега. Жильцы собрались вместе и построили горку. 30-метровая горка прямо во дворе дома. Мечта любого ребенка. А кто воплощает мечты детей в жизнь? Конечно, родители. На улице Пролетарской живут настоящие волшебники. Идея создать горку во дворе пришла из детства. В детстве нам наши родители строили горки. Мы вот решили всем миром собраться и тоже для наших детей построить горку. Со всех домов, которые вот смотрят на горку, приходили люди и помогали. Вот, от чистого сердца мы. Строили мы дня 4. Первый день с трактором натолкали снега. Второй день чинили, третий день опять чинили. Вот так вот у нас горка и получилась. Теперь за ней надо ухаживать. По вечерам здесь по очереди равняют склоны. Если надо, заливают горку снова и снова. Такая трудотерапия очень нравится детям. У главного помощника во рту пустышка, но в руках сразу две лопаты. А ребята постарше уже знают секреты ледяного зодчества. Мы с ней таскали ведра, потом мы еще лопатами разгребали снег, мы его перемешивали и давали дядям, которые уже раздевали там, разглаживали снег на горку. А для чего вы его перемешивали? Перемешивали, чтобы он как бы был твердым, и чтобы было легче кататься, чтобы горка не разваливалась. Ледянки, санки, ватрушки, картон, штаны, ботинки. Проверено, кататься с горки можно любым способом. Наша горка самое главное – это поворот, потому что в нем прикольно. Мне нравится горка, потому что здесь я взлетаю. Жители этих домов надеются, что их пример станет заразителен. И в каждом дворе нашего города появится своя горка, крепость или даже замок Снежной Королевы. Тем более, что проблем со стройматериалом в этом году нет. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика.